Музыка, которая объединила людей разных национальностей. Второй межнациональный фестиваль «Спасибо, музыка, тебе» приурочили к 170-летию Самарской губернии, 60-летию первого полета человека в космос и 30-летию возвращения Самаре исторического имени. Фестиваль прошел при поддержке администрации городского округа Самара. Его инициатором и организатором выступил Союз армянской молодежи при Самарской региональной общественной организации «Армянская община». Проведение этого праздника имеет огромное значение именно в первую очередь, потому что это носит формат межкультурного общения, межэтнического общения. И мы надеемся, что сегодняшнее мероприятие еще больше укрепит наши теплые, дружеские, братские отношения между народами, проживающими в городе Самара, Самарской области, да и в России в целом. Участниками фестиваля стали творческие коллективы национально-культурных центров города, студенты и преподаватели Самарского государственного института культуры и музыкального училища имени Шаталова. Музыка, конечно, очень важна в жизни каждого человека, каждого народа, каждого национальности. И нужно сказать, она у каждого народа уникальна, потому что у каждого есть свой уникальный музыкальный инструмент. Перед началом концерта посетителям была представлена выставка национальных музыкальных инструментов. Жители города смогли ознакомиться с их особенностями и услышать, как звучат барабаны, дудук и башкирский курай. Особенность этого мероприятия именно в том, что здесь происходит некий сплав. Сплав разных национальных культур. Но и в то же время мероприятие, концерт не замыкается только на народной культуре. Здесь мы видим объединение народных мотивов, народного творчества и творчества классического. Мы соединяем наш этнос с мировым музыкальным наследием. Таким образом, показывая, что музыка не имеет границ, что музыка не имеет определенную национальность или языка, что мы все едины, и посредством музыки мы объединены. В концертную программу вошли вокальные и инструментальные композиции. Их авторами стали музыканты из различных национальных общественных организаций. Участникам выступления вручили дипломы. Фестиваль прошел с соблюдением всех требований регионального Роспотребнадзора.